Горбенко, гравець БК «Будівельник». Що ви можете сказати про цю гру? Сьогоднішня гра, я думаю, була для нас как бы, ну, більше спаррингом перед ответственным матчем с «Нантером». Потому что, я думаю, команда подсознательно осознавала, что эту команду покинули лидеры команды, они остались практически украинцами, за исключением одного американца. Поэтому, я думаю, мы ментально все равно готовились к «Нантеру». И эту игру так не очень начали, пока раскочегарились, только со второй половины мы начали играть в полную силу, так как мы должны играть. Питання до гравця? Вітаємо, дякую.